Друзья мои, итак, у нас задача. У человека нога одна короче другой. Это произошло из-за того, что таз поднялся слева выше, чем справа. Да? Наша задача его опускать вниз. Соответственно, для этого есть очень много приемов, очень много мануальных задач. Ну, мы попробуем минимальными, сейчас простыми, и это все решить. Чуть-чуть вниз вот так вот и выдыхаю. Опа, хватаем и расслабились. Оп, теперь ложись на вот этот бок спиной ко мне. Вот она спиной ко мне. Да, эту ногу тяни вперед, так рукой ее захватывай. Эту ногу зацепили за стол здесь, руку назад, голову тоже назад. У тебя, конечно, подвижность потрясающая. Вот ногой держись. Ага, и опа, вот он был уже. И еще. Отлично. А теперь поворачивайся на живот. В смысле, на спину, животом вверх. И эту ногу мы тебе немножко. Сам бок не сопротивляйся, не сопротивляйся. Расшатаем. Отпускаем мышцы. Вот так вот. Так, продолжаем расслабляться и доверять нам. Ну вот, по косточкам уже видно, что выровнялись ноги и пальцы. Отлично. Кто молодец? Я молодец. Я молодец. Давай опять. Промахнулся. А с вас подписка.